Привет, мобильные геймеры, с вами Фликер, и это Эльдорант, экшен-платформер, о котором я вам рассказывал в одном из выпусков Mobile Game News, и сейчас я наконец-то погружусь в эту игру, напоминающую Castlevania. Посмотрим, что она из себя представляет, и, конечно же, в самом начале нам предлагают создать персонажа. У нас тут есть несколько вариаций, но я бородатый мужик, значит, я бородатого мужика выберу. Есть несколько вариаций цвета кожи. Цвет волос, давайте сделаем Геральда. Ну, похож на Геральда? Похож. Нормальный уровень сложности я выбрал, создание персонажа подтверждаем. Наконец-то поиски завершены, наемник найден. Прислужники Верховного Жреца нашли человека, способного устранить все следы злодейств, учиненных Сертрисом, угнетателем пустынь, ё-моё. Судьбу определил договор на ткани, пропитанной дождем. А, блин, должен был пропитан кровью быть. Путь наемника лежит в мифические земли за гранью разума. Однако судьба коварна, как море непредсказуемо, как удар молнии и зыбко, как надежда. Блин, мне нравятся вот эти вот вставочки, как в старых добрых играх. Она может потопить корабль у самого побережья. Когда на кону сама судьба, какой может быть награда? Решать Эльдоранду. Блин, прикольно. Те, кто не в курсе, я человек, родившийся, ну не в 90-х, конечно, не буду рассказывать, когда я родился, но я обожаю вот эти вот пиксельные игры вообще. Кстати, играю я на сенсоре и довольно-таки очень удобно. Это прыжочек у нас. Оружия, понятное дело, у нас пока нету никакого, поэтому... О, блок даже есть, офигеть. А туда мы не можем идти. Визуально выглядит прям классно. Так вот, хотел сказать в первую очередь спасибо Сереге Кряжу за то, что предоставил мне ключик от этой игры. Но также, если у вас, например, iPhone, она в легкую продается в App Store. Ладно, о, меч мы взяли, зашибись. Теперь я могу махать. Так, давайте, что-то разбивать же можно. О, монетки, а там я ничего не мог разбить. Ну-ка давай. О, я же могу и здесь разбить. Отлично. Визуально, опять же, мне нравится. 500 рублей, конечно, дороговато, но может быть в ближайшее время там какие-то акции начнутся. О, это что такое? Ты кто такой? Кровище есть, зашибись. Так, здесь какие-то мухоморы. О, классно, классно. Не, визуально четко, четко. Я думаю, что даже на каких-нибудь слабеньких андроидах она себя очень даже неплохо будет вести. Так, это у нас... Здесь, скорее всего, мы огонь должны развести, но огонь что-то не разводится. Поэтому валим дальше. Двойного прыжка нету, да? Ну, отлично. Так... А вот интересно... А, ё-моё! Чё-то я это... Затупил немножечко. Так. Удерживайте... Вот этот вот знак, которого у меня, блин, нету. Чтобы спрыгнуть с платформы. А, вниз надо было. Всё понятно, короче. Подожди, а я могу вернуться? Я же могу вернуться и сохраниться там, где... Во, здесь у нас сохранять игру можно. И, конечно, выбрать ячейку, на которую сохранить. Все, валим дальше. Вон рыбка там поджарилась. Так, проваливаемся дальше. Пока выглядит, конечно, очень интересно. А что это? Опа, лук! Лук и стрела, да? Можно менять. Не, погоди, я бы хотел... Так. А, во, сверху надо. Вау! Четко вообще. Использую лук, чтобы применять дополнительный навык. Кайф. Ух ты, он еще отпрыгивает. Так, стопэ, подожди. Этого говнюка я буду разваливать мечом. Отлично. Проходим дальше. Здесь ничего у нас не... Нету, так. Поднимаемся. В прыжке мы тоже можем ударять. Тихо, 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 тихо.
Музыка такая прям, блин. Вообще выглядит пока классно. Очень игруха. Смотрите, мы можем вообще в разные места тут заходить. Ну, карта здесь большая. Серега мне скидывал, прям офигеть. Так, туда я не могу запрыгнуть. Почему-то. Так, давай мы сохранимся. Пусть на вторую ячейку. Че, ячеек дофига? Нажми настройки, чтобы прочитать. Всякие, короче, письма глупцов мы можем искать. Снаряжение, персонажи. Че тут? Персонажу можно добавить силу. Типа у меня одно очко, но я его использовать почему-то не смог. Странно, кнопки, короче, увеличить нету. Ладно, я думаю, что у меня пока мощи достаточно для того, чтобы проходить дальше. Так, что там? Ого! Вот это Босяцкий, наверное, первый. Сейчас мы будем с ним сражаться. Ух ты. Да тварина ты такая. Блин, развалил. Я думал, это босс все-таки. Отклоняться я понял. Так, можно, конечно, сделать по-умному. Вернуться к нашему прекрасному костру и восполнить свое здоровье. О, и здоровье пополнили. Да ты офигел, что ли? Critical. Ладно, короче. Развалили в этот раз лучше. Видимо, потом можно будет прокачать прыжок, и я буду выше подпрыгивать, и можно будет изучать те места, которые... Вот это что такое? О, это здоровье, типа, повышать. Отлично, у нас будут всякие зелья. Это замечательно. Валим дальше. Ё-моё, это что такое? Написанные кровью надписи словно вибрируют. Не знаю, почему они посвящены ничему хорошему. Так. А. Понял. Это еще и выносливость у нас есть. Прикольно. А мы потом, скорее всего, будем... Ты чё вообще прилетела сюда, тварина, блин? Но мы, скорее всего, сможем возвращаться и обратно. Блин, визуально пока прям кайф. Таких бы игр побольше и еще бы подешевле, потому что в App Store она что-то около 500 рублей стоила. 499 я видел. Вот если бы рублей 250, это прям вообще бомбически было. О, нифига себе. Во, то есть мы можем различные предметы двигать и тем самым открывать для себя новые пути. Топорик. Так, я хочу топорик. А-а-а. Блин, их, конечно, значительно меньше. И чё? Один раз ударил. Нет смысла использовать этот топорик, потому что... Проще мечом зарубить. Ах ты собака, блин, я тебе сейчас дам. Так, подожди, туда я не хочу пока что. Ух ты! Геральду это не страшно, давай пойдем сохранимся сначала. Так, продолжаем наше движение. Так, ты кто? Да свершится твоя воля. А что, он сдох или кто это? Что это? О, щит! Отлично. Худыщ, я буду прикрываться, короче. Ах ты, блин. Да что ты? Ах ты, блин, сдох. Ну, я должен был сдохнуть. Давайте загрузим последнее сохранение. Ах ты, блин. О, я могу, кстати, двигаться.
класс. Вот со щитом уже с этими тварями попроще, потому что они плюются, блин. Так. Ах ты, бляха-муха. Ну я же могу неаккуратно проходить. Все, уровень повысился. Замечательно. Отлично, развалили этого духа. Так, странно вообще. Сюжет, конечно, очень непонятный. Так, вы кто такие? Че это такое? Попахивает думом каким-то, Этернал. Давай ритуал крови. Обалдеть. Я не знал, что это... Так работает. Зато я колечко получу. Всевластие, наверное, да? Инвентарь. Реликвии. То есть мы можем, скорее всего, что-то еще и... Вот почему-то нету кнопки, чтобы увеличить. У меня уже 3 очка увеличения, но оно не увеличивается. А, надо потому что удерживать, дебил. Как в консольных играх. Все, все очки, блин, потратил. Окей. Это все зашибись. Пацаны, сорян, я не знал, что у вас такие тут обряды. Я думал, что обряд кровью, типа, я подойду такой, свою кровяку отдам, и все будет нормально. Никто не пострадает. А тут вон какие пироги, блин, с котятами. Так, все развалены. Карт, конечно... Давай, иди сюда. Ох, он замораживает, говнюк. Все, развален. Пойдемте сохранимся сначала и продолжим дальше путь. Все как во взрослых играх. С геймпада, кстати, тоже можно играть. Но геймпад мне просто лень доставать. И я чаще всего тестирую игры как раз-таки на сенсоре. Ух ты, какая ты злая барышня. А может не барышня, а может мужик, это фиг его знает. Передвигаемся дальше. Блин, четко пока что. Ну, я могу так восхищаться только старыми добрыми играми, которые вызывают реально ностальгию. Если вы точно такие же, пишите обязательно в комментариях, в какой проект вы недавно поиграли, который вызвал вот эти вот эмоции, чувства. Да блин, я же нажал. Да что ты, тварина? Да я же тебя сейчас уничтожу. Башку тебе с плеч. Не, ну мне нравится то, что я смог выбрать Геральта своего рода из Ривии. Так, здесь я, смотрите, никуда не могу. Вот жаль, он еще карабкаться не может. Ну ладно. Опа. Мы вообще наружу вылезли. Лес затравленных. Лес затраханных. Ладно. Во, я так и думал, что это собачка. Мошка тоже ничего хорошего не принесет. Давай сюда иди, уровень повысился, здоровье тоже. Ух ты, ё, ну-ка нафиг. Офигеть. Вот этот вот тип опасный. Давай-ка его вот. Нате. Так, подожди, давай-ка я тебя из лука нафиг. Все. Карта пипец здоровенная. Камни тут какие-то. Так, окей. А я не смогу туда запрыгнуть. Надо, чтобы он, короче, выше прыгал. Да ну вас нафиг. Не хочу с вами связываться даже. Ну давай, лети сюда, малыш. Так, еще топорик взяли. А, этот вообще языком фигачит. Обалдеть. Вас обоих развалю, мне нафиг. Да что ты, блин, комар сраный. Ах ты, тварина, а? Отлично. Развалено. Золото. Вот куда золото еще будет тратиться, у нас интересно. То есть мы будем за счет него прокачиваться еще? Он просто не сможет подойти, потому что я махаю активно своим мечом.
Фу, это вонючка. На тебе. На тебе. Не, ну конечно его можно было спокойно развалить и мечом. Еще немного стрел. Вот стрел, конечно, мало дают. Тихо. Развален. Вот этих, конечно, быстро. Ах ты, малышка. Ах ты, тварина. Тихо. Чё-то вас тут много очень. Нафиг пошли. Ух ты, блин. Ой, это плюется. Твою ж дивизию. Так, нафиг. Кого-то я буду, наверное, пропускать все-таки. Все, давайте сохраним игру. Очень интересно, очень порой хардкорно. Блин, прикольный экшен-платформер. Надеюсь, разработчик что-то подобное еще будет дальше выпускать. И как на Android, так и на iOS. Насколько я знаю, первоначально вроде игруха выходила на ПК. Но поправьте меня, если вы больше знакомы с творчеством как раз-таки Graffiti Games. Насколько я помню, эта студия создавала этот проект. Ну а на этом у меня все. Это был первый взгляд на игру Eldoran. С вами был по-прежнему Flickr, мобильный геймер. Всем пока!